Сегодня будем готовить очень простой, но мега вкусный пирог с творогом и ягодами. Итак, нам понадобится яйца, сахар, ванильный сахар или ванильный экстракт. У меня ванильный экстракт. Все взбиваем. Теперь добавляю растительное масло и молоко. Перемешиваем. Добавляем просеянную муку, сразу всю, и разрыхлитель. Перемешиваем. Форму застелила пергаментом и теперь выливаю сюда тесто. Форму застелила пергаментом, чтобы пирог можно было проще извлечь, не переворачивая. Теперь делаем начинку для нашего пирога. Берем творог, добавляем сахар. Сахар добавляем по вкусу, может кто-то хочет послаще или наоборот менее сладкий. Смотрите, пробуйте. Яйцо и ванильный экстракт. С помощью погружного блендера все перетираю. Можно просто через сито или вилочкой. Просто с помощью ложки накладываю сюда. Таким вот образом. Все распределили, теперь добавляю ягоды. Вы можете не использовать ягоды или взять те ягоды, которые вам нравятся. У меня черника. Теперь ставим выпекать.